Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата. Возвращаюсь с Зумбы и хочу показать вам вот Мезитли район, еще раз продемонстрировать, какие здесь дома, какие ситы. Именно иду не по нашей улице, а взяла вот следующую, параллельную. Посмотрите, видите, сатылык, везде продаются дома. Здесь такой красивый сад, здесь мандариновый сад или что это, вот такой вот сити. Очень красивые дома. Вот посмотрите, как здесь тихо. И вообще, вот мне, когда я только приехала, у меня было такое ощущение, что здесь люди не живут. Ну, после шумного города, там моего Батуми такого. А здесь вот именно спальнево называется район такой. Именно вы сами видите спальный район. Посмотрите, какие красивые дома. Еще раз покажу вам это и дальше. Там еще продемонстрирую. Вот только мы вышли от Зумбы. Вот есть и парк везде. Все рядышком. И школа здесь. Покажу сейчас все. Вот, смотрите, продается квартира на втором этаже в таком здании. Это район Мезитли возле аквапарка. Здесь, видите, и химчистка, и магазинчики. В общем, все поблизости есть. Вот, мои хорошие. Здесь что-то будет, наверное, строить. И пекарня, и, конечно, все условия. Сейчас я вам покажу этот дом, который продается. Вот, мои хорошие, на втором этаже. Балконы огромные тут у всех. Вот такой вот район Мезитли. Вот, смотрите, вот такое сито. Вот, то есть, а под охраной находится, почему ситы, у каждого свое имя. Вот здесь проведен газ. В районе Мезитли везде проведен газ во всех домах. Только, наверное, зависит от того, люди хотят ввести его внутрь. Мне кажется, вот это что-то с газом связано. Нет? Или этот движок. Да, вот этот движок, видите. Такие огромные двора и автостоянка. Вот именно спальный район у нас. Тишина, рай. Очень красивый район. Смотрите сами, магазинчики под низом. Вы не останетесь голодными, даже если не будет базара, вы всегда все можете купить. Смотрите, какая красота. 16 градусов Мерсини. Сегодня, какой день, я вам сейчас скажу. Сегодня понедельник, 16 или 17 декабря. Ой, сегодня что, 16 декабря, 16 градусов? Очень интересно, посмотрите. Ухоженные сады. Пройдем дальше. Посмотрите, вот видите, бассейн. Для всех, кто здесь живет, и есть бассейн. Огромный такой бассейн, не знаю, видите вы или нет. Не видно так хорошо, но вот есть даже бассейн. С этой стороны покажу. Но вот такой бассейн для жителей вот этого сита. Все, мои хорошие, так выглядит вот мой дом, где я живу. И вот улица. Моя улица. Это новостройка. Я хочу вам показать. Это не новый дом. Хочу показать вам один дом. Очень красивая сита. Где квартира около 450 тысяч лир. Но туда все входит. Газ. Он находится, вот видите, на втором этаже с отелем. Это наш дом. Вот посмотрите, мои хорошие. Находится прямо напротив нашего сита. Вот две таких новостройки. У них очень красивый двор. Сейчас пойду поближе вам и покажу. Очень красивый, друзья мои. Здесь квартиры 450 тысяч лир. Все есть внутри, и бассейн. И газ проведен. Такой красивый дом. Подойду поближе. Ну вот я подошла поближе. Видите, такая беседка внутри. И это рядом тоже новостройка возле нашего дома.
Ну, здесь квартиры, наверное, будут подешевле, а может и столько. Еще возле моего дома очень много новостроек. Но видите, здесь все огорожено. Я вам ничего не смогу показать, но там внутри есть и детская площадка в этом доме. Это я знаю точно. Такой огромной у него территории, и там очень внутри красиво. Мои хорошие. Районный Зитли. Аквапарк. Надеюсь, вам видео понравилось, особенно тем, кто интересуется недвижимостью, кто хочет приехать, мои хорошие, меня спрашивают, как и что. Вот вам, что могу, показываю. Ну, а это наш дворик. Смотрите, какой красивый дворик. Ухоженный дворик. Такая погода шикарная, мои хорошие. Вообще замечательная погода. 16 градусов пока. 10 часов утра сейчас. Я и возвращаюсь с фитнеса. Напрыгалась сегодня. И вот-вот вам по дороге пришла такая идея снять вам, поснимать район. Смотрите, мои хорошие, сегодня пойду на базар. Видите, как красиво все. Посмотрите, у нас даже здесь вот и на птичек. Скворечники. У нас здесь птички живут. Вы видите, какие у нас тут охранники для птич за птичками. И вот там даже есть. Вот. Это не только в одном месте. Вот такой у нас сито ухоженный. Сразу, когда солнышко, настроение такое прекрасное. Ну все, буду, друзья мои, заканчивать. До свидания. Счастливо вам. С вами была Светлана Ата. До скорых встреч. Пока. Thank you.